वर्धन कदी सालमल द्वीप में कदी द्रोण और धरा द्रोण द्रोणाचल पर्वत इनकी पिता ये धरा मतलब पृथ्वी इनकी बच्चे बन करके गिरिराज जिस समय गोलोक वृंदावन से ये भक्त जगत में प्रकट हुए जितने देवता लोग थे सबके सब स्वर्ग लोक से सबके सब पुष्प की बौछार की और श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने जयकार लगाई। बोले श्री गिरिराज महाराज की आवाज नहीं आ रही। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की, इसलिए सबके सब देवता लोग उनको जय जयकार दिए। कहती गिरिराज गोवर्धन फिर यहाँ पर कैसे आ गए, इसका विषय में दो कथा। पहला कथा आती है बोले जिस समय भगवान राम अभी अयोध्या है अभी जाना चाहते हैं लंका क्योंकि माता सीता को, उसी समय में समुद्र ने राम को बोले बोले प्रभु आपके साथ में दो बंदर है एक नाल और एक तीर, इनको ऋषियों का वरदान और अभिशाप भी है। Они получили проклятие в детстве, потому что они были беспокойными. И что они делали? Эти двое манки, они выбрасывали чамана патры и асаны в воду. Потому что обезьяны. И когда она стала, разозлилась, короче, и они эти риши самадхи погрузились и увидели, что они будут служить Рамачандре в будущем. И они тогда прокляли Нал и Нил. Что то, что вы будете бросать воду, оно не будет тонуть. Это Нал и Нил. У них было у обоих это благословение. Что они, то, что они, чего они касаются, бросают в океан, это будет плавать. И поэтому когда они строили мост на Ланку, то было такое условие. Обезьян таскали камни, Нил и Нал касались всеми руками, а Хануман писал имя Рама, Рама на камнях, они бросали в воду, те плавали. Тогда Хануман подумал, что если я принесу огромную гору, то это будет удобнее. Ну, как бы сразу большую гору мы положим, будет мост. И он отправился в Гималай и увидел огромную гору, Гиряш Говардхан. Сейчас Гиряш Говардхан, он опускается постепенно под землю. Но раньше он был очень большой. Гиряш, который является царем гор, он был даже выше, чем Эверест. Тогда Хануман подумал, что если я принесу гору, то мы очень быстро построим мост. И он сказал «Джай Шива» и поднял весь Гиряш Говардхан. И отправился на Ланку. Когда Гиряш Говардхан пролетал Врач, то Хануман узнал, что уже мост построили, и уже не нужны больше камни. Тогда Хануман он взял Гирирадж, ну, поставил его в Враджа. И таким образом здесь проявился Гирирадж Говардхан. लंका विजय करते और प्रभु का चरण भक्तों का चरण स्पर्श मिलता माता सीता की सेवा। Тогда Гиряш Говардхан как бы стал плакать и просить, говорит, почему ты меня оставил здесь? У меня был шанс, чтобы Господь Рамачандра и Мать Сита коснулись меня своими стопами, а ты меня не донес. Тогда Хануман сказал, не волнуйся, Рам приедет к Шьям, Двапараюгу. Сейчас ты будешь здесь, но когда Кришна придет, да, в форме Шьяма, то 7 дней и 7 ночей он будет держать себя на мизинце левой руки. И 7 дней все Враджаваси будут находиться под тобой и будут наслаждаться фестивалем. И Кришна будет пасти коров на тебе. И много-много прекрасных лил Кришна будет проявлять на твоих склонах. Поэтому не волнуйся. Это одна история, как был Гиряш Говардхан. Другая история. Однажды Пуласа Риши, он
жил в каше. И однажды, когда он был, он пришел на Шьямал-двипу и увидел Дрону и Дхару. Они подошли к нему, потому что Пуласта — великий святой. Они поприветствовали его и пригласили к себе в дом, служили ему. Они сказали: «Как мы можем тебе, что можем для тебя сделать?» Когда Пуласта Риши увидел Гирираджа Гаудхану, он привлекся, и он сказал: «Сколько прекрасен, прекрасна эта гора». Как Карнапур говорит об Ананда Вриндаван Чампу. Гирираджа Гаудхана видит его как камень, но на самом деле это он состоит из драгоценных камней. Он мани-веди, то есть как бы его, он не из камней состоит, из драгоценности. Одно дерево на Гирираджа Гаудхана содержит все разные виды фруктов, винограды, там, манго, яблоки и так далее. Мы видим, что обычно одно растение производит один вид цветов, а на Гирираджа Гаудхане одно растение, на одном растении растут лили, чумели, чуи и так далее, все разные виды цветов. Бхактивинода Тхакур поет.